Здравствуйте! В эфире программа «Афиша», а это верный знак того, что впереди выходные. Я, Юлия Север, подскажу, как провести ближайшие 2 дня с пользой. Театр оперы и балета 14 ноября приглашает всех юных зрителей и, конечно же, их родителей на спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Это история маленького мальчика-малыша, который познакомился с лучшим в мире мужчиной в расцвете сил Карлсон. Он всегда веселый, любит поесть и поиграть. Родители и друзья малыша считают, что Карлсон – это вымышленный друг, но неожиданно знакомятся с ним сами. Не пропустите, 14 ноября, театр оперы и балета, начало в 11:00. В этот же день, только вечером, все в том же театре оперы и балета, оперетта короля вальсов Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Прекрасная искрящаяся веселье музыка, реплики, остроумный текст и сюжет, содержащий в себе, кроме череды забавных ситуаций, неприемлемую в жанре оперетты мораль. Муж, изменяющий своей жене с другими, герой немного банальный и, увы, слишком хорошо известный. Но муж, изменяющий своей жене с ней же – это персонаж удивительный. Оперетта «Летучая мышь» в эту субботу. Однажды из волшебного цветка появилась на свет крохотная девочка. Так начинается всеми известная сказка «Дюймовочка». Беззаботно жила Дюймовочка среди цветов, бабочек и фей. Но случилась беда. Большая жаба унесла ее на болото. Много бед и приключений ожидает Дюймовочку, прежде чем сбудется ее мечта встретить прекрасного эльфа, обрести крылья и улететь в сказочную страну. Спектакль «Дюймовочка» на сцене театра «Кукол» в это воскресенье. Кто бы не хотел увидеть настоящее парижское кабаре? «Кабаре без границ» на телеканале «Самара ГИС» дает вам такую возможность. Зритель увидит именитых кабаре-артистов из Канады, США, Южной Кореи, Японии, России, Франции, Украины. Программа очень широкая. Будут показаны танцевальные, музыкальные, цирковые номера, пародийные скетчи, театральные миниатюры и многое другое. Не пропустите в это воскресенье в 20:00 на телеканале «Самара ГИС». Пожалуй, все на сегодня. Обещайте, что в эти выходные скучать вы не будете. Всего доброго. До встречи.